Всем привет на канале Мосолим. Сегодня в работе у нас Subaru XV. Автомобиль разобрали, поверхность подготовили к проклейке, все обезжирили. Так у нас выглядит штатная шумоизоляция в разобранном багажнике. Вернее, полное ее отсутствие. Голые арки, голые крылья автомобиля. Арки изнутри ничем не обработаны, не проклеены, ни кусочка видно. По правой стороне то же самое. Вот так вот у нас нет. Обработано днище, тоже ни одного кусочка вибра. Та же самая картина по салону. В общем, тихий ужас. Немножко вот здесь вместе задних пассажиров кинули вибрухи. И на этом все. Автомобиль очень шумный. Просто необходима ему дополнительная шумоизоляция. Разобраны двери. То же самое. Двери голые. Вот такой небольшой кусочек на всю дверь. Вибра приклеена. И все. Передняя водительская дверь. И того же. И как следствие вибрации, шум дороги, шум улицы. Все это в салоне. Все это слушает водитель пассажира. Крыша. Тоже голый металл. Все исправим, все проклеим. Приступаем к работе.